Я счастлив, что сегодня вышел 100-й номер журнала «Русский клуб». Вот уже 9-й год он издается в Грузии. Это журнал о Грузии, о ее людях, о сплетении разных культур города Тбилиси, потому что эта страна всегда была толерантной и многонациональной. Это очень добрый журнал, который читают практически при помощи интернета во многих странах мира. И мы надеемся, что мы еще много-много раз выйдем как интересный, красивый, добрый печатный орган и будем очень полезны для нашей страны. Самое большое достижение журнала «Русский клуб» – это то, что его основная аудитория – это этнические грузины. Я считаю, что вот это самое большое наше достижение, что его любят грузины, этот журнал. Потому что многие большие грузины, выдающиеся грузины, называют этот журнал один из самых патриотичных журналов Грузии. Я считаю, вот это самое наше большое достижение. Дорогие друзья, я хочу поприветствовать всех вас и поблагодарить всех наших гостей, которые пришли сегодня, чтобы отметить с нами очень радостное для нас событие. Выход в свет 100-го номера журнала «Русский клуб». Когда 8 лет назад вышел первый номер, мы тогда даже и не предполагали, что этот проект станет одним из самых главных проектов работы «Русского клуба». Сегодня «Русский клуб» — это любимый и очень читаемый журнал, который любят и ждут во многих странах мира. Его невозможно купить, его можно только получить в подарок. Вот уже 8 лет он передается из рук в руки по всей Грузии, а за рубеж его увозят как очень желанный сувенир для соотечественников. Все 100 номеров «Русского клуба» абсолютно равноценны. Это своего рода история культуры Грузии и благородная летопись дружбы, любви и совместного творчества. За 8 лет героями публикаций нашего журнала стали более 700 выдающихся деятелей культуры, спорта, просвещения, науки, медицины. Люди, которыми гордятся, которых знают и любят во многих странах мира. Авторами нашего журнала являются лучшие журналисты, поэты, писатели, искусствоведы, критики, переводчики. Мы благодарим за неизменную поддержку «Русского клуба», Международный благотворительный фонд «Карту» и выразить большую благодарность фонду «Русский мир» и поприветствовать представителей этого фонда, которые сегодня находятся среди нас. Итак, мы начинаем. Мрава лжамия! Браво Жамиер, Марало, браво Жамиер, браво Жамиер, Марало, браво Жамиер, браво Жамиер, браво Жамиер, браво Жамиер. Специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе. Здравствуйте, добрый вечер. Моги салма бицу палас. Тели гули да сулит мина ми улоцу чуэс юбилярс. Журнал «Русский клубс».
ეს შესანიშნავი დღესასწაული. ეხლა შევხვდი წამოსვლამდე მინდა ნიკოლაი ნიკოლაევიჩს უთხრა პრემიერ-მინისტრს და თხოვა რომ გადმოგცეთ სუყოლას რედაქციას თქვენ პირადად სუყოლას ვიც ამ ჟურნალში საქმიანობს თავის საუკეთესო სურვილები მოლოცვა რასაც სიამოვნებით ვაკეთებ. ამ ჟურნალს მართლა ძალიან ბევრი გმირი ყავს, ეს ჩვენი ჟურნალია, ეს ქართული ჟურნალია, ისევე როგორც ქართული თეატრია გრიბოედოვის თეატრი, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ მოსკოვში მოიპოვა საუკეთესო რუსული თეატრის პრიზი უცხოეთში მომუშავე საუკეთესო თეატრების პირველი პრიზი. ასე რომ მართლაც ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. რუსეთის ფარგლებს გარეთ ყველაზე ძველი თეატრია გრიბოედოვის თეატრი, სადაც ჩვენი შესანიშნავი მსახიობები, შესანიშნავი რეჟისორები საქმიანობენ, მათაც მინდა თელიგულითა და სულით მივესალმო. ის რომ ჩვენ რუსეთის კულტურასთან ძალიან ძველი, ძალიან კარგი კავშირები გვაქვს და ამ ტრადიციებს გამთხილება უნდა, ამაზე საუბარი მე მგონი ამ საზოგადოებაში ზედმეტია. ასე რომ კიდევ ერთხელ სულითა და გულით გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს. Художественный руководитель Тбилисского государственного академического театра имени Грибоедова, лауреат Государственной премии Грузии, премии имени Коте Марджинишвили, кавалер Ордена Чести, кавалер Ордена Дружбы, лауреат многих международных театральных фестивалей, авто Варсимашвили. Мы вам окупим, Митром, викави ам журналист Дарсеби Сатавеевтан, მე ვამაყობ რომ ყველა მისი ნომერი მაქვს წაკითხული და მე ვამაყობ იმით რომ ეს არის ჟურნალი რომელიც ემსახურება საქართველოს, ემსახურება ქართულ კულტურას და მე ვფიქრობ ის ემსახურება ყველაზე მეტად დღეს ვერ ნახავთ ქართულ პრესაში რომელიმე ჟურნალს ან რომელიმე გაზეთს რომელიც ესე ემსახურებოდეს ქართულ კულტურას. დიდი მადლობა. Здрасте, добрые друзья, ждали вы, но вот я замуж выдам и женю, и козлу найду жену. Разное умею быть, приласкать или прибить, все зависит от того, приданное каково. Мне надо спешить всех переженить. От клиентов жду проценты. Эх, такова жизнь. Раскошели я с купца глупую, за молодца бедного богатую, всех женю, обрадую. Жди сюрпризов от меня, добрым людям. Сейчас народная артистка Грузии, лауреат премии имени Коте Марджинишвили, наша дорогая, любимая и несравненная Гуранда Габуния. Это замечательный журнал. Я всегда жду его. Жду и иногда получаю по два. Раньше по два приносили колечко, сейчас один принесли. А я жду второго, потому что я его посылаю в Америку, между прочим. Очень им радостно, нашим грузинам, видеть этот журнал у себя в Америке. А сейчас для вас поет Лиза Багратиони.
Калбатуни Муца Джанелидзе, Амехмаре Барич. Нет, не глаза твои, я вспомню в час разлуки, не голос твой услышу в тишине, а вспомню ласковые трепетные руки. Лишь о тебе одном они напомнят мне. Руки, вы словно две большие птицы, как вылетали, как оживляли все вокруг. Руки, как вы легко могли обвиться и все печали снимали струн. Организация очень близкая по духу русскому клубу. Название ее говорит само за себя. Народная дипломатия. Президент Международной организации «Народная дипломатия», председатель женского общества Мердинии Нино Андроникашвили. Для меня большая честь присутствовать у вас на празднике. И хочу сказать, что русский клуб построил мост между Грузии, России, и он настолько прочный, его невозможно разрушить, так как он основан на дружбе, на любви, на взаимопонимании, самое главное, на взаимоуважении. У народной дипломатии есть такой приз, очень амбициозно будет сказано, но он очень почетный для нас. Приз любви и дружбы. И я хочу с гордостью передать, Николай Николаевич, вашему клубу этот приз за вклад в развитие и укрепление русско-грузинских культурно-образовательных отношений. Этот приз для нас изготовил наш верный партнер и спонсор, ювелирная компания «Зарабхана». Он золотой, но я тут же хочу еще заметить, что сердца людей ценнее, чем золотые слитки. Я думаю, что огромное спасибо за вашу деятельность, очень нужную сегодня, за сохранение вот этого тепла в нашей стране. У нас теплая страна. Не только благодаря потому, что природа теплая, а люди теплые живут в этой стране. И вы одна из них, и к тому же красавица. С любовью к клубу, русскому клубу. К нам с любовью от такой красивой женщины. Спасибо. Приветствую всех гостей. Я счастлива, что присутствую на этом большом празднике. Действительно, русский клуб – это журнал всех. И я счастлива еще и потому, что не раз бывала на страницах этого дорогого нам, очень дорогого журнала. Спасибо огромное Николаю Николаевичу за все, естественно. Потому что он… Акое мида диди мадлоба утхра Саша Сванцеков, Саша Мизлярдко, Эса Дамьяни. Саша, дорогой, я тебя не вижу, но спасибо тебе огромное, потому что этот журнал на твоих плечах по большей части. Я знаю, как тебе и приятно, и тяжело работать. И вообще всей редакции, всей группе, которые людей, очаровательных людей, которые работают над этим журналом, и вообще всему русскому клубу, который я считаю своим домом, потому что я сама член этого клуба, и я горжусь этим. Yeah.
более 300 книг и научных трудов, член Российской академии высшего образования, член Калифорнийской научной академии, академик Национальной академии наук Роин Метривели. Дамы и господа, я приветствую вас. Вы знаете, выходит в столице Грузии, Тбилиси, красочный, очень интересный, на высочайшем полиграфическом уровне журнал – это большое событие. Большое событие – заслуга всех сотрудников русского клуба. Я хочу еще об одном, что они очень многое делают, много мероприятий, значительных, важных мероприятий. В прошлом году именно по инициативе русского клуба совместно с Санкт-Петербургским университетом состоялись дни Ильи Чавчавадзе в Петербурге. Это была заслуга русского клуба. К сожалению, мы в Грузии на таком уровне не провели мероприятия по этому поводу. Я хочу предложить тост за создателей этого журнала. Чем сахарели журналия, холоти с китхулоб, зален са интересу статье бия, зален са интересу молене би и шукева и ка. Это не ба зален бев ништо адамианец култури да хелоне. Ме уло цал древандел дрезда, усуре про древандел дрейко зален сахар. Дорогие друзья, сегодня у журнала «Русский клуб» праздник, а в празднике принято дарить подарки друзьям. Сегодня вы все тоже получите подарок. Это замечательная книга, книга, которая вышла в свет всего 2 дня назад. Называется она «Завлекают в Сололаки стертые пороги». Это литературные страницы старого района. В книге 26 очерков и 500 известнейших фамилий. Многими из них названы сегодня улочки Сололаки. Давайте поприветствуем автора этой книги, член Союза писателей Грузии, член редколлегии журнала «Русский клуб»,
человек, который многие годы возглавлял еженедельник «Головинский проспект», Владимир Головин. Сначала были очерки, когда в редакции «Русского клуба» мы решили сделать, так сказать, о памятных местах, связывающих грузинскую и русскую культуру. И я думал, как житель Солаки, я помнил по детству, что ну, таких мест будет 5-6. И оказалось, что только один маленький район города Тбилиси давал приют десяткам деятелей русской культуры. Нангреби нари галаси, чахарасавит шемокчения. Тбилисо, звезда варде без тварея, гушено, сицоцкане царвида. Садарис, свагана халивара. Чемпиону СССР по классической борьбе, мастеру спорта международного класса, кавалеру ордена Вахтанга Горгасали Мирабу Гудушаури. Нашим микростолом 5 чемпионов Олимпийских игр. Двухкратных, трехкратных чемпионов мира и все там. Мы благодарны русскому клубу за такое прекрасное энциклопедическое сопровождение, которое наши грузинские спортсмены имеют на страницах вашего журнала. И не только борцы, но и весь советский бывший спорт. Я благодарен русскому клубу не только за то, что про спорт пишут. Я благодарен за Сололаки, я благодарен за Авлабар. Я благодарен за Тбилиси, за всех тбилисцев, и особенно за моего большого друга Арсена Ирамяна. И за такую прекрасную мою подругу, как моя Нина Шадури Зардалишвили. Имени Джавахишвили Мария Филина. Дело в том, что мы сегодня об этом не говорим, но все присутствующие знают, в каких тяжелейших условиях развиваются русско-грузинские культурные контакты. И журнал не только их как бы констатирует и их традиции, а он идет дальше, создает какие-то новые ценности. Действительно, это журнал, который служит и русской, и грузинской культуре. И вот поверх барьеров этот журнал продолжает
нести вот такую эстетическую форму и эстетический заряд этих отношений. Николай Николаевич собрал и в попечительский совет этого журнала людей совершенно разных, но которые являются гордостью. Это Зураба Башидзе, присутствующие сегодня многие, и Гулбату Радзе, великий поэт Джансук Чарквиани, наш хозяин сегодняшний Гуджи Бубутешвили, и Нани Бригвадзе, Ирма Сухадзе, Батон Роин Метревели. Это созвездие буквально. Раскидала перья птиц. Не забудутся никем праздник губ, обиды глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен целовать последний раз. Рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихой болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Поет Ачико Мепаридзе. И далеко в душе, в раю, но где-то здесь, с тобой наедине, и на планете, где нас нет. Бывают чудеса, забытая слеза, закружилась листва, где оставили наши сердца. Покинута любовь, подзабыта ночь, и лунный поцелуй, как будто тает лёд. Если разойдёмся мы, поверьте, стоит нам грустить. Свободная любовь лишь только ты. Пой со мной, только ты не горюй. Пой со мной, только ты не тоскуй. Если вновь ты уходишь опять, знай, что я лишь песня твоя. Сейчас я представляю слово художественному руководителю театра имени Туманишвили Кэти Долидзе. 20 лет нас бросает то в жар, то в холод. Что только над нашими головами не случилось, не перешло. Все эти бури, но все равно ты всегда думаешь об одном. И говоришь себе: продлись, продлись очарование. Очарование любовью, очарование теми вечными ценностями, которые нас объединяют.
Есть такое великолепное русское слово – добрососедские отношения. Дай Бог, чтобы у нас были только добрососедские отношения. Прошу приветствовать легендарный ансамбль «Орера». Ieta prendage harresiara avaria ogon chenar gamijao de cargo como carrera chene gato magu suiseguri la finta chene get mi magra da chene. Ты моя звезда ночная и холодный лунный свет. Я люблю тебя, не зная, ты мне в тишине. Я живу одной тобой, и ни словом не в ответ. Днем и ночью нет покоя, ты мне веришь или нет. Только песни этой доверяю мой секрет.